Владик, привет, у него доход. И он побоялся жениться. И как он это объяснил своей девушке? Я не хочу на тебя жениться, потому что я боюсь. И он школу докажет. Значит, не любил. Я все рассталась из-за этого. Любви нет. Да есть любовь, конечно. Просто ее тяжело найти. Каждому свое отведено. Это шутка была просто. Любовь есть. Я же говорю, просто ее тяжело найти. Хотя ее вообще не нужно искать, она сама приходит, когда это нужно. Ну так, сейчас, секундочку, пожалуйста. Каждый выбирает свое. И что, ты хочешь сказать, что ты не веришь там в любовь больше, или что? Сайт остался. Так ты же его закрыл, потому что... Что там? Тебе не нравилось? Инвестиционные отношения. Ну, это пока ты так думаешь. Потом захочешь. Не нравятся деньги. Тебе не нравятся деньги? Я больше не люблю жвачку. Но это странно. Зачем выживать, когда можно просто жить? Гораздо больше адреналина испытываешь. Ну, для того, чтобы зарабатывать деньги, тоже достаточно адреналина испытываешь. Происходит. О, Ярика зашла. Привет, привет. Кира, Фукси. Чек на виду. Проходит? Нет, не проходит. Если ты что-то писал, то не проходит. Ничего не приходило. Короче, это все очень интересно, но бесполезно. Привет.
ваши дела? У меня все отлично. У меня все хорошо. Тоже нормально. Хорошо, а чем вы там занимаетесь, ребятки? Мне кажется, сейчас уже бессмысленно реально снять. Что-то случилось. Где лучше адреналин? Это чем это? Чистый. Где? Давай. Ой, давайте без этого. Не очень хочется такого обсуждать. Олег, приветик. Как твои дела? Вот, мы выбирать не этим. Ну, каждый выбирает то, что ему нравится. Мне тоже, Олег, все хорошо. Что делаешь? Работа. Как отпуск. Ой, я до 4 часов вообще ничего не могла делать. У меня болел живот. Я не могла даже пойти привести себя в порядок. Спасибо большое. Очень приятно, Иваныч. Не грусти. Хорошо. Ты разгонял и перестал? Нет? Таблетку взяла? Готовлю кушать. Ничего себе, что готовишь. Тут все не так. Как тебе сказали там? Встань просто. Зачем? А Настя еще стримит? Да. Конечно. Настюша стримит, да. Ой, не знаю, кто это. Спасибо большое. Это же 158. Да. Верно. Болели. Спасибо большое. Встанешь? Нет. Зачем? Запомню. Молодец. Че, короче, с стримерами в Дискорде сидели, играли в игру? Какие? Ты знаешь Кобу? Блин, наверное, нет. Кто это? Симфро, имя Коба.